Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, у нас сегодня среда, а турнир у нас закончился еще в понедельник. Но я, ребят, раньше не смог. Я думал, во вторник увидимся, но не получилось и во вторник. Но самое главное, что у нас есть наши платиновые осколки, и мы будем прокачивать. Так, ребят, очень много пожеланий всяких было. Так, ну давай тогда, наверное, будем прокачивать классического Шреддера. Не получится, или получится? Получится, ребят. Вот он. Прокачался в платиновый, наконец-то, ранг. Ну что, друзья мои, мы забираем здесь награду и пойдем теперь пройдем быстренько серию испытаний. Возьму Слэша, возьму Лео. Так, Пиццелицей, Рафаэль, и пускай это будет еще и Донателло, ко всему прочему. Так, ребят, ну как вы понимаете, среда, буст. Почему я все время называю его буст? Продвижение будет сегодня очень тяжелое, очень медленное. Да-да, потому что сегодня среда. И потому что мы начинаем с самого низа. То есть лига самураев нам покажется огромным достижением, если мы, конечно, дойдем до туда. А это еще не точно. Так, лупани. Ага, лупанул. Так, ну а если я вертушку сделаю? Ну, мотогеноид, понятно, упадет. Ага, и училку завалили. Все, ребята, здесь мы прошли. Так, давайте подвигаться дальше, посмотрим, что у нас там впереди. А впереди у нас только звезды. Сразиться в поединках. Так, мотогена у нас мало. Прокачиваем мы с тобой Эйприл. Фу ты, Эйприл. Эйприл уже у нас все, ребят. Этот Донателло, да. Донни. Додик. Маленький Донателло Додик. Я все время его теряю, а. Вот он. 8750. Не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, давай попробуем найти вот эти вот видеомагнитофоны. Так, один есть. Второй. Там, по-моему, 5 нужно было, да? Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И последний. Нет. А вот он, восьмой. Так, и 14 кружек. Ну, кружки, понятное дело, что уже 14 вряд ли мы сможем найти. Потому что у нас пицца. Йок. Буквально через 3 попытки. Так, и последнее. Вот, пиццы у нас больше не осталось. Так, и у нас зато остался мутаген. Как раз на Эйприл Кунаичи нам хватит, чтобы ее прокачать. Подожди, я, наверное, попутал с Донателло, да? Да, из Донателло попутал. Думаю, что-то не то. Ну что, здесь забираем награды все, ребят. И со спокойной душой уже идем на эту нашу арену. Пыхтеть. Там я не знаю, что делать, но подниматься все выше и выше по карьерной лестнице. Так, ребят, у нас в платиновой хитрость. Ага, здесь Усаги против хитрости. Все на хитрость, да, идет. Поехали. Первый бой. Ищем 11-11. Если, конечно, такое у нас... О, было. Было. Ну, так, ребят, сегодня у нас что выходит? Atomic Heart. Надеюсь, никто не забыл. DLC. Но если я даже сегодня и поиграю, то выложу уже, ребята, на следующий день. Только лишь. Так что посмотрим, чего нам там ждать. Бомбанем. Давай, в лобешник. Готов. Готов, хлопчик. Так, ну а мы двигаемся далее. Так, посмотрим. Да, это, ребята, и ожидаемо было, что мы фиг там перейдем с тобой. Столько времени уже прошло. И продвигаться мы будем с тобой очень-очень медленно. Раз, два, три. Нет, голосов, ребята, было много. И за Лапекс были голоса, чтобы прокачать ее.
за многих. Но за Шредером мне почему-то показалось побольше. По крайней мере, в последние вот эти вот дни, к понедельнику, только о нем речь стояла. Ну, я взял и прокачал его. Хоть у него не две массовые атаки, правда, всего лишь одна. Но тем не менее. Подожди, или две? Нет, одна у него, ребят. Это когда он вызывает дурачков из другого измерения, да? Они прыгают на голову и тем самым наносят урон. Так, ну а мы с тобой против 16 и 17 уровня воюем. А, там еще и 18. То есть 16, 17 и 18. Втроем они, да? Ну что ж, давай бросим бомбочку туда. И все. Я думал, бросим бомбочку, там что-нибудь еще поделаем. Нет, ничего не пришлось сделать. Просто их закутали. Окей, двигаемся дальше. 11-12 у нас есть. Мы еще до сих пор в Лиге Воинов. Мы хоть перешли на этот, на две звезды, на три. Или нифигашечки. Так, сейчас посмотрим. Враги легкие, пинаем быстро, но продвигаемся медленно. Нет, только еще воин две звезды, ребята. До трех звездочки дойдем вот сейчас, после этого поединка. И до сих пор еще три бойца. По-моему, пятый поединок у нас, да? На тебе. Давай сразу всех. А чему Рафаэль удивляется, когда он видит вот этот гидрант? Я не понимаю, ты видел у него глаза по 5 рублей? Типа, оу. Не ожидал, типа, тебе увидеть здесь, дружок. Ты мне как раз придешь в помощь. Что-то типа того. Вот, ладно. Так, 12-13 уже дают. И уровень противников 20... Ну, 24-25 максимальный, да? Который я вижу. Окей. Лови кланфутовца. Шарахнул. Уничтожил. Бомбанул. Все как мы любим. Все как надо идет у нас. И мы переходим. Да нет, никуда мы не переходим, ребят. Куда ты тут перейдешь? Просто облом пока еще. Наконец-то нас уже 4 стало, да? Вместо 3. А сейчас вот основное, ребята, у нас заключается в чем? В прокачке скиллов, это раз. В прокачке уровня и в заработке кристаллов, осколков. Все. Это вот наше самое основное, к чему вот мы играем каждый день. Больше нам здесь, ну, как бы, делать нечего, по большому-то счету. Поэтому вот... И деремся на этой арене, чтобы постоянно быть в топчике. Чтобы постоянно брать третьи места. Тут и третьи места, топовые места. И чтобы у тебя постоянно были осколки. По 75 осколков каждую неделю идет. То есть ты будешь сидеть в топчике. Потому что здесь платиновые осколки, ну, больше никак. Нет, ну, конечно, можно взломать. Я не знаю, там можно хакернуть. Пропатчить, проапать, я не знаю, там, что хочешь делай. Миллион осколков себе поставил и прокачал всех. Все. Ты прокачал всех и довольный. Да, так вот многие делают. Как там, патчером или как он там называется? Не, я такой фигней не занимался. Я помню давным-давно еще, когда такие древние были игры. Ну, я еще там был соложонок. Ну, сам же понимаешь, очень хотелось посмотреть, что там дальше. А ты не можешь, например, что-то пройти. Да, берешь, а вот... Я уже не помню, как они там назывались, эти взламывающие программки. Накрутил там себе голды миллион. И проходишь. А прикол-то в чем? Знаешь, ты прошел, и даже вот не осталось у тебя за душой ничего. Знаешь, как просто, как развернул конфетку, съел, фантик выкинул и по барабану. Вот, а когда ты своими силами проходишь, вот именно, что ты там пыхтишь, где-то фармишь, я понимаю, что это нудно, ты устаешь.
Иногда не хватает терпения, но зато какое облегчение, какое наслаждение после того, как ты пройдешь по-честному все. Это несравнимое, конечно, чувство. Так что каждый выбирает свою дорожку, да? Кто-то ищет более простую, вот, а кто-то выбирает более сложную. И это касается, ребята, всего, даже жизни. Вот, кто-то работает, и, я не знаю, изо дня в день нифига не зарабатывает. А кто-то уже, извините меня, родился богатым. И он даже не знает, что такое труд. Физический труд. Даже, и он даже, ему даже не объяснить. Он смотрит на тебя, как на дурачка. И, знаешь, что ты мне типа втираешь здесь? Да. И не понять ему тяжбы человеческие, нужды. Потому что у него такого не было. Он изначально рос как сыр в масле. Как, знаешь, как сливки в шоколаде, я не знаю, как еще назвать. То есть он был постоянно окружен нянечками, там, постоянно ему там жопу подтирали, там, понимаешь? Все это. А чтобы понять, что такое труд, я не знаю, что такое уважение, что такое, я не знаю, как сказать, цена денег, цена родительской любви. Нет, ты че? Это, ребята, напрочь просто отсутствует. Просто напрочь. Надеюсь, я не прав. И не все люди такие вот богатые. Если, честно говоря, может быть, и мне хотелось бы, если действительно там люди бизнесмены, да, то вы научите, например, там. Я не то, что не хочу никого там, ну, сейчас говорить, что там делать. Я никакой вам не учитель. Но просто мне хотелось бы видеть таких людей, которые, ну, как бы тебе сказать, да, я не спорю, ты можешь при деньгах быть, ты можешь быть богатым, но ты уважать можешь людей и знать цену, и как бы, как тебе объяснить, я даже не знаю, какой пример тебе сказать. Как бы это хотелось бы видеть, мало ли, как говорится, что мне хотелось бы видеть. Это, как говорится, никому не интересно. Но даже вот элементарные примеры, да, что если ты будешь просить на улице, я не знаю, там, кусок хлеба или там еще что-нибудь, то с тобой быстрее поделится такой же обычный человек, чем богатый. Потому что богатые, они жадные. И вот мне хотелось, чтобы не все такие были. Вот, не то, что я там попрошаю еще кусок хлеба, а то сейчас подумаете. Нет, ребят, не в этом плане. Вот. Как бы, если вот, например, взять, да, обычного рабочего человека, поставить его в какую-то экстремальную ситуацию и взять такого же, знаешь, вот богатенького, да, просто хотелось бы посмотреть, кто быстрее, ну, я не знаю, там, сориентируется, что-то сделает. Просто человека просто лишить денег и вот это вот все вот привилегии, да, так предположим, и просто посмотрите, поставить в равные ситуации с обычным рабочим мужиком. Не алкоголиком, там, каким-то бомжом, как вы можете понять, просто с обычным мужиком, работящим, который, знаешь, там, не знаю, там, любит рыбалку, охоту, любит повозиться в гараже. Ну, знаешь, вот такой стандартный, обычный, блин, мужик. Я не говорю там, который про деловых вот этих, а обычный. И вот просто хотелось бы посмотреть, вот как вот уровень выживаемости в экстремальных ситуациях. Что меня потянуло на этот монолог, я не знаю. Потому что у меня башка трещит. Ребят, не знаю, сегодня какие-то аномальные бури. Сегодня 2 дня, кстати, у нас дожди лили, не просыхая. А сегодня вылезло солнце, и на улице такая духотища. Мама, не горюй, просто духота. Я вот сейчас сижу, извините, без камеры, блин. С меня просто градом, ребята, ручьем течет. И я не могу включить этот вентилятор, потому что если я его включу, вы меня не будете слышать. Что я тут буду говорить? Вы будете слышать рев вентилятора. Поэтому мне приходится просто сейчас вот это вот томиться. От этого, наверное, такие мысли всякие в голову лезут. Так, ну что, давай бомбанем, наверное, супер-шреддером. Вот, и от этой жары вроде бы спать хочется, но только
ложишься просто на кровать, ребят, и сразу начинаешь потеть. Сразу подрываешься, идешь в душ, освежаешься, освежаешься. И все, и ты бодрячком, ребят, ты же взбодрился. Бодрячком, пацанчик, ё-моё. Все, какой сон может быть? Все это уже на заднем плане, друзья. И садишься опять за компьютер. Буквально там, не знаю, минут 20 проходит, и тебя опять начинает кумарить. Сегодня я играл дополнительные, ребята, задания проходил, это выживание вампира, да? Так я там носом клевал. Засыпал практически. Не знаю. Раскумарило, конечно, не по-детски. Так, ну что, 13-16, может быть, дадут мне... О, нет, не то. 13-15 я не хочу. Вот, 14-17. Ну, у нас, по ходу дела, да, 1, 2, 3, 4, 5. У нас последний поединок. Ну, не последний, предпоследний. Последним будем уже чисто маузером. Ну, сами понимаете, ребят. Маузер порвут любого сейчас на данный момент. Просто с одной плюхи. Если, извини меня, Рафаэль здесь справился, то уж что говорить про Маузера. А мы перешли, ребята, в Лигу Самураев 2 звезды. Я не могу сказать, что это обалденный результат, потому что это на самом деле не так. Это низший результат, как ты можешь понимать. Тем более для среды. Тем более для среды. И то, что у меня сейчас опять ночные смены пойдут. В общем, неделя как-то прогорает у нас, получается. А слишком интенсивно у меня не получится в нее играть. Так что неделя может быть профукана. Ну что, какое там, 91 место. Ну и получается, что все, друзья. Больше я сделать ничего не могу. У нас что, 23 отката. 23 отката. 13500 мутагена. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 1 963 000 сюрикенов, короче. Опа. Ежедневок почему-то нету. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.